Артем Кравець. Артем Кравець не зіграв в основній команді проти Вереса, проте цього тижня він все-таки відзначився благородною справою. Справа в тому, що разом з дружиною вони проводили благодійний аукціон, збирали кошти на допомогу пологовому будинку поблизу Львова, і вони зробили цю благодійну справу. Артем, розкажи, будь ласка, як почалася ваша з дружиною ця благодійна ініціатива? Ми старались все время помогать, ну как-то так, не так глобально, можна так сказати. Вот, натолкнулись на этот роддом. Вот, узнали, что там нету самого, то есть элементарного, даже, ну, аппарат УЗИ, который не работает. А що ви купили? Ми купили апарат УЗИ, потом систему, реанимационную систему, потом бокс для новорожденных, которые раньше срока рождаются. Ну, еще там пунктов 5-6 я уже точно не скажу, потому что я не так еще разбираюсь в этом. Вы проводили аукцион в социальных мережах, збирали футболки, збирали гроші з цих футболок. Скажи, який найдорожчий вийшов лот? Самый дорогой вышел лот с автографами всех игроков футбольного клуба «Барселона». Футболка вышла $5,500. Вот. Были еще лоты тоже довольно дорогие с футболками Неймара и Суареса. Вот. Ну, на самом деле, я так особо не планировал это все освещать, но действительно в нашей, наверное, стране нужно это все-таки осветить, чтобы собрать достаточно средств. Вот. И плюс ко всему, сейчас тоже пишут, что, мол, зачем это было все вот, показывать прессе и так далее. Просто уже были обидные слова в нашу сторону, что мы вот начали и не закончили. Вот. Поэтому мы решили просто это закончить. Ну, а ты менялся с кимось футболками, а потом вы вставлять їх на аукціон, наприклад, в Іспанії. З Торесом, Фернандо Торесом, нападаючим Атлетико Мадрид, да, після ігри. Вот. А футболки Неймара і Сореса я до ігри ще попросив, у нас був ігрок из Барселоны в аренде в Гранаде, Сампер, вот, я его попросил, чтобы они вот для аукциона сделали такие футболки, и, ну, тоже после игры они отдали и Суарес, и Неймар. Я просил и Месси, но Месси на нашу игру не приехал, увы. Жаль. Да. Ну ничего, я думаю, еще будет возможность, будете продолжать. Будем как минимум, по минимуму помогать это 100%, может быть, и организуем что-то снова глобальное. Ну, я бажаю вам удачи. Спасибо.